Итак, ребят, всем привет. Вы не удивляйтесь, у вас с экранами, с мониторами все в порядке. Просто сейчас, ребята, угадайте, какое время. Сереж, как, сколько сейчас времени? Ну, часа два, второй час. Третий час. Третий час. Ребят, время третий час. Илюха, если ты нас сейчас видишь, от тебя мы уже сделали 4 часа ходки. От тебя ехали 4 часа. Пригласил нас Илья на одну деревню. Ехали долго, натряслись и надышались пылью от души. Планы были грандиозные, и вот наконец-то приехали. Приехали. Походив пару часов и накопав кучу пробок и проволоки, я подумал, ловить тут нечего, и предложил пацанам не разбивать лагерь, а ехать на нашу уже исследованную деревню. Пацаны в один голос: а поехали! Хоть до нее было более 200 километров. Время на часах уже показывало 10 часов вечера, и мы двинулись в долгую дорогу. А вы бы как поступили на нашем месте? Остались или поехали? Кто-то скажет, что мы больные, но время 3 час ночи, мы только приехали на коп, ребят. Представляете, только что приехали. Собрались, поехали. Ну ладно, ребят, надеюсь, вы такие же больные люди, как и мы. За свое хобби все, что угодно отдадим. Так что ладно, поехали. Итак, ребята, вот под такой красивый рассвет. Там вот речка и такая туманка легкая. И вы знаете, один из лучших сегодняшних сигналов, выпала очень интересная монета. Очень интересная. Это у нас деньга. Деньга Александра. ЕМ. Год, к сожалению, я не рассмотрел. Может, через камеру увижу. А наша монета оказалась очень дорогой монетой. Деньга 1815 года. На интернет-площадках стоимость такой монеты достигает в среднем 91 тысяча рублей. Наша же монета копанная. И сохран монеты не особо интересен, но цена, как вы видите, 13 тысяч рублей. Была бы в идеале, достигала бы 500 000 рублей. Вот такая вот находка меня порадовала первым сигналом на этом шурфе. Сейчас все это узнаем. Ребят, хожу верха собираю. Пацаны там еще шурфят. А я верха. Нашел вот такую вот двушку. 2 копейки. Низкопрофильная. И достаточно бодрого с охраной. Я ее потер. Есть утраты. Но факт в том, что для двушки низкопрофильной это хороший сохран. Зачетная монета. Классная. Грубо говоря, одна не из многих сегодня, которая такая вот интересная. Приятно, приятно. Забираем возле дымовой ямы. Итак, ребят, у меня очередное пополнение. Сейчас я свои находки выложу. И пойти надо снять находки пацанов Сереги и Ярика, потому что они сейчас уезжают, и показать. Да, сейчас. И обзор сделают то, что они нашли. Так что у меня пока вот так вот. Идем дальше. Обзор находок Сереги сделаем. Что, ребят? Серега с Яриком собираются. Слабаки они оказались. Всего-навсего на двоих накопали 9 монет. И на этом и все. Самое ценностное, что у них оказалось. Что такое? Пломбочка. Самая ценностная, вот такая вот бутылочка с орлом, причем старая,
И жалко, что горлышко отковано. Но я думаю, Сергей это поправит дело. Следом. Итак, 1876 год. Хороший, в принципе, сохранчик. И цена на него тоже хорошая. Дальше, что хочу отметить, это серебрушечка царская. Судя по размеру, это пятнашка. И иностранная монета. Один пфеннинг. 1913 год. Вот. Остальные монетки — это двушка Николая. К сожалению, он ее так засадил, блин. Так засадил. Жесть, короче. Лысая затертая А2. Еще одна двушечка. Но сохран не знай. И три советика. Ну и по шмурдяку всякой хрени тут накопал по чуть-чуть. Вот такая пуговка орлянка. Сохран хороший. Ну и все, ребят. Они заканчивают рано. Ну и находок, естественно, маловато. Мы с Русиком еще остаемся, да, Рус? По-любому. Мы чемпионы. А вы слабаки. Два слабака. Особенно в очках. Обмен слабак. Приезжал. Всю ночь спал, храпел, блин. Как слон. Отгонял от нас здесь всех кабанов. Всех. Потом Рустик. На природе, подышали воздухом. Потом Рустик, блин, утром отгонял всех кабанов. Короче, поменялись ролями. Сильно давил, да? Вообще жесть. Ладно. Сейчас небольшой обед, завтрак. И посмотрим на дальше. Итак, ребята, иду я по тропинке. И тропинка дает монетки. Я вам мелочи не показываю. Копеечки, двушечки. Но они встречаются. И вот решил вам заснять двадцатку. 20 копеек 40-го года. В принципе, неплохой такой экземпляр. В хорошем сохране. Зачет, зачет. Верховых здесь предостаточно. Сегодня все верховые у меня. Основная масса монет. На шурфе было чуть-чуть. Класс. Деревня еще дает верховые. Итак, ребят, копаю я на горе. Мы остались с Рустиком вдвоем. Умираем от жажды. Рустик горячее пиво пьет, я горячую воду пью. В общем, кипяток. Но осталось все по чуть-чуть. И вы знаете, наверху собираю монетки верховые и слышу, журчит что-то. Не могу понять, что. Оказывается, здесь, смотрите, здесь настоящий родник. Настоящий родник. И вы знаете, мы сейчас все это дело попробуем. Офигеть. А я и не знал, что здесь есть родничок. Теперь все блага жизни нас на руках. Сейчас обязательно умоюсь, освежусь. Наберу водички холодной. О. Итак, ребят, эта тропинка, которую я вам показывал, очень хорошо дала монеты. Ну и помимо монеты, вот такая сопуточка вылезла. Монеток, смотрите, прям классно. Двушка 38-го, двушку я вам показывал. Остальные монеты я вам как бы не афишировал. Копейка 52-го, двушка 46-го, трешка 40-й, двадцатку показывал. Вот такая еще монета тут затесалась. Это 10 копеек ходячка. Офигеть вообще. Вот, в общем, как-то так. Некоторые монетки прям эксклюзивные. 49-го года копеечка. Сохранчик прям радует. Вот на такую тропинку я набрел. А говорят, что деревня выбита. А я прям с небольшого пятачка надергал все эти монеты. Ну, как-то вот так. Итак, ребят, что-то погода ухудшается. Ветер вроде в спину идет. Тучи должны от нас уходить. Но тучи идут на нас. Хреново.
Ну я к чему? У меня запутка вот такая вот выскочила. От чего такая хреновина, не знаю. Прям, знаете, запчасть от чего-то. Прям она такая в сборе. Это у нас латунь. Вот такая вот еще запуточка здесь. Я бы вам это не показывал, но из одной ямки вот это все и монетка. Монетка 28-й, ёшкин кот. Блин, пораньше бы год, 27-й бы, я был бы, наверное, один из самых довольных и счастливых копателей-кладоискателей. Но это лишь 28-й. Сегодня были 26-й. 28-й, а вот 27-го как-то никак. Ладно, у нас Рустик такой настойчивый, ёшкин кот. Он все тот шурф бомбит. Охренеть, вот человек настырный. Он говорит, не уйду с этого шурфа, пока царя не найду. Надеюсь, он его нашел. Ладно, мы пока верха сшибаем, и результаты неплохие. Зачетно. Идем, продолжаем. Ребят, находка выпала сама. Вот из этой ямки выскочила вот так. И я сразу расстроился. Потому что на ней у нас имеются зубцы. Это у нас пятак. 5 копеек 1870 года. Очень жалко. Зубцы с обоих сторон. Я впервые вижу монету с зубцами с обоих сторон. Это явно не игровая. Специалист среди вас есть? Пишите. Гурт такой, знаете, красивый становится. Ой-ой-ой-ой-ой, какой пятачок был хороший. Дорогой, очень дорогой. Сейчас он стоит 0 рублей. Хотя нет, вес-то хороший. Вес металла стоит. Ладно, идем дальше. Итак, ребята, пришло время с вами попрощаться. Время... 6 час, это означает, что мы на копе находимся 24 часа. Да-да, коп состоялся 24 часа, мы на ногах, никто не спал. Это прям удивительно, обычно все по ночам спят, а это просто мы приехали поздно, ребят. Поздно приехали. По находкам сегодня было классно, ветерок поднимается, это вообще зачетно. Серега пораньше уехал, находки я вам показал. Его, ну а сейчас находки наши с Рустиком. Мы до последнего прям стойко. Шурф Рустик добил, я по верхам хорошо походил, верха очень хорошо ребята дали, находок ну просто зашквар. Деревня, ребята, говорят, битая, но я бы сказал, что она даже не тронута, судя по находкам. Ну давайте теперь перейдем к обзору того, чего что мы накопали. Ну а по находкам, ребята, у нас напоследок остались мы вдвоем с Рустиком. Начну с находок Рустика, с цинусных. Это 5 копеек, 39-й год. Копеечка, 24-й. Царская копеечка, 1899-й. И самое, что ни на есть, ребят, серебро. Серебро РСФСРовское, год не разглядели, 10 копеек. И только что, когда я раскладывал монеты, даже Рустик не знал, что у него есть царские 5 копеек, серебряные, 1900 год. Вот так вот Рустик откопал с двумя серебрушками. Что касается меня, у меня нет серебра. Вообще нет серебра. Но по монетам сегодня... чудно у меня получилось, особенно по верхам. Вообще по верхам. Ребят, вот эти монеты все были с верхов. Эта деревня, говорят, битая. По находкам видно, что совсем, можно сказать, даже не тронута. Так, получилось у меня 4 пятака. Где-то
30-е года. Один только могу разглядеть, 1938 год. У Рустика 39-й, у меня 38-й. Остальные старый герб. Старый герб. И этот тоже старый герб. Может быть, какие-то и дорогие. По царям, по медным монетам. Жалко, печальный пятак, 1870 год. Более-менее 2 копейки низкопрофильные. Более-менее. Ну, а остальные монетки николаевского образца. Тоже ничего особенного нет. По годам не знаю. Копеечка 24-го. Надеюсь, почистится, будет шикарный сохранчик, потому что сколов нету. Ну и язвочки могут появиться вот под этой зеленкой. Ну и самое ценностное. Я таких монет не подымал. Пацаны тоже первый раз в руках такую монету держали. Год, к сожалению, по-моему, 19-й. Это у нас деньга. Буду чистить механическим способом. Посмотрим, что из нее выйдет. Если что-то интересненькое, хорошенькое, когда-нибудь вам покажу результат. По шмурдику. Вот такие вещи я тоже люблю. У меня они не часто попадаются, но на шурфах встречаются. Вот для наших бутылочек. Канинка-канинка, всякие колесики от керосинки. Патроны я беру. Донышки для пано. А дальше была вот такая вот пряжечка, советская. Кто что знает, напишите. Имеется клеймо ИШД. Что означает? Пишем. Так, ложечка очень странная такая, знаете. Не круглая, а какая-то квадратная. Рустика. Интересно, крестик попался. В хорошем внешнем виде. Оловянный. Нечасто. И что тут еще? Вот такая же. Же, походу, спагон. Ну что за род войск или что? Же. Пишем тоже в комментарии. Будем знать. Ну и канинки наковыряли, что он, что я, что Серега, который уехал. Так, бутылочка с какой-то даже жидкостью. Смотрите, она там ходит с пробочкой. И это коронавирус. И еще вот такая бутылочка очень красивая. С гранями. Возможно, духи, но мы не знаем. Пишем тоже в комментарии. Как-то вот так вот было сегодня. Так что, Рус, прощайся. Пока-пока. Будем прощаться. С данной местности ветерок, прохлада. Сегодня было вообще шикарно. Так что, ладно. На этой ноте заканчиваем свой коп.